Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Samsung Galaxy A13. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве, как добавить отпечаток пальца на данное устройство. Для этого мы переходим в настройки. Далее проходим вниз, биометрия и безопасность выбираем. И выбираем отпечатки пальцев. Вводим наш пароль блокировки. И нажимаем продолжить. И теперь будем сканировать наш отпечаток пальца. И теперь отпечаток пальца добавлен. Мы можем добавить еще отпечатки, а можем просто нажать «Готово». И на этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.